Одна из основ новых полномочий этих людей, генералов, это подбор кадров и контроль. Мы должны контролировать и видеть все, что происходит в нашей стране. Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа. Ни в коем случае. Слишком расслабились, думали, что будет все хорошо. Надо сделать выводы. Надо извлечь уроки. Я абсолютно убежден, что новые руководители, я более чем откровенно вам рассказал о них и о своих замыслах в этом плане, до них это доведено, смогут достигнуть поставленных целей и реализовать. Еще раз подчеркиваю, главное направление Гродненское-Брестское должно быть закрыто от границы, в хорошем смысле слова, чтобы комар носа не подточил до Минска, и здесь, в Минске в том числе. Мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий. Я говорю это откровенно, потому что не было никаких оснований для того, чтобы ломать страну, кроме желания извне. Пройдет время, вы еще увидите, кто это делал. Еще не все видно, и даже для вас. И они ждут. Не зря ж там Лапо поймал 700 человек за неделю. Молодцы. Как я говорил, Господь нам помог. То, что хотели они у нас сотворить и кое-что сделали. Видите, что происходит? Они против женщин вывели армию. Но это не против женщин. Это, знаете, демонстрация перед воскресеньем, когда будет марш на Варшаву, чтобы потрясти всем. Смотрите, армию вывели, мало не покажется. А нас же как упрекали. Эти в Литве даже 3% не набрали. Нам 3% давали, а там даже 3% не набрали. Это за Белоруссию. И возьмите на юге. Ему-то чего не хватало? Я уже его поддерживал во всех начинаниях. Старался эту Украину как только мог. Поддерживал, защищал и прочее. Грохнулся. 37% прошло и нигде не победил. Мы не зловредные. Но это урок. Многим и им в том числе. Мы должны, как люди говорят, вернуть им спокойный, уютный Минск, цитирую, который был до выборов. Минск был спокойным и будет всегда. Дайте нам время. Мы всегда отреагируем на любую реакцию с их стороны, и мы сохраним мир и покой.